Глава района Алексей Валов осмотрел, как идут работы по благоустройству набережной в Щелкове, которая станет пешеходной зоной вдоль Клязьмы. Здесь уже завершается бетонирование широкого прогулочного пространства вдоль улицы Шмидта, появились лестничные спуски, рабочие уже начали пробно укладывать плитку, готовятся запустить наружное освещение. По планам, в этом году должен быть завершен основной этап работ, за исключением тех, установка и укладка элементов которых регулируется температурным режимом. В частности, это касается резинотехнического покрытия. Алексей Валов по результатам обхода реконструируемой зоны остался доволен набранным темпом работ. Подрядчик молодец, он работает быстро, поэтому есть уверенность в том, что в этом году основная часть набережной будет готово, за исключением тех элементов, которые регулируют температурным режимом. Я имею в виду резинотехническое покрытие. Мы их нанесем в следующем году. Сейчас подрядчик даст гарантийное письмо, а в следующем году нанесет. Глава района вместе с сотрудниками администрации постоял на мосту над Клязьмой. Отсюда открывается красивый вид на город. Поднялся по лестничным подъемам и, пройдя по улицам, дал положительную оценку проведенным работам по программе «Доступная среда». Ну, в этом году сделали максимум. Из 141, по-моему, 126 сделали социальных учреждений с элементами доступной среды. Это же не просто мы как бы выполняем программу. Мы понимаем, что не только для людей с ограниченными возможностями это надо, но еще и для мамочек с колясками. Поэтому интенсивно работаем над этим, и все тротуары практически привели к этому стандарту. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».